Всем привет! Жизненными хитростями пользователей портала Тутбай с вами, как всегда, готова поделиться я, Катя Пытлева. Приступим! Конечно, многие из вас уже давно переключились на флеш-накопители, но CD-матрицы еще никто не отменял. Как же быстро соорудить конверт для вашего диска, нам подсказала пользовательница Дарья. Возьмите обыкновенный лист формата А4 и сложите его следующим образом. Вы получите удобный конверт, в котором ваш диск будет защищен при переноске от лишних царапин и других повреждений. Пусть настоящая зима до нас еще не добралась, но заботиться о своем здоровье нужно в любое время года. Пользователь Антон нам подсказал, как быстрее почистить гранат. Для начала отрежьте верхушку граната, а после сделайте надрезы вдоль прожилок. В принципе, вам уже будет гораздо удобнее есть фрукт. Но если вы хотите отделить зерна, возьмите нож и постучите по гранату его ручкой следующим образом. Зерна останутся на тарелке. Можно действовать иначе, разрезать фрукт пополам и опять же постучать по одной из частей. И последний лайфхак на сегодня – автомобильный, но очень полезный от нашего пользователя Вадима. Что делать, если вы забыли ключи внутри машины? Сразу вызывать слесаря? Совсем не обязательно. Если у вас есть шнурок, вы можете открыть ваше авто всего за 10 секунд. На видео, найденном нашим лайфхакером, видно, что если замок расположен на верхней части двери у окна, вам может помочь обыкновенный шнурок. Всего 30 секунд, несколько простых манипуляций, и ваша машина открыта. На сегодня это все. Пишите нам почаще, делитесь своей жизненной мудростью. esobaka.tutbai.com. Авторы самых интересных лайфхаков, конечно же, получат подарки от Тутбай. Всем пока!